Так, ребят, всех приветствую. Поиграем сегодня с вами Вальхельм. Немножко часик побегал, плюс-минус, в принципе, разобрался в механике. А что конкретно нас тут ждет, я еще пока не знаю. Так что давайте будем, как говорится, вместе разбираться. Бля, а ничего такой транспорт, да? Левиоса. Так, давайте приземляться. Не знаю, наверное, это первая серия у нас будет такая, чисто будем бегать, смотреть, что да как. А уже последовательно, наверное, буду строить где-то тут недалеко дом. Искать телепорты. Да и, в принципе, сражаться с монстрами. Так что давай подойдем к вороне. Добро пожаловать, 10-й мир воин. Я Хукин, послан сюда, дабы сопровождать вас в ваших путешествиях. Мегалиты, окружающие вас, это жертвенные камни. Они олицетворяют павших, которые вы должны убить, чтобы попасть в Вальхалу. Да, нам нужно будет уничтожить сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Шесть монстров надо будет нам уничтожить, чтобы вернуться домой, я так понимаю. Это камень. Ага, один. Они. Погоди, стой. А, Один повсюду раскидал эти магические камни в качестве указателей на пути к павшим. Если присмотреться, этот камень откроет. Ага, давай посмотрим. Во! Нормально. Наше местоположение. Ой, все. Так, я не знаю, можно ли тут ставить метки или нельзя. Или можно, или нельзя. Или. Ладно, что нам нужно сделать? Нам для начала нужно с вами взять факел. И поискать деревья. Поискать деревья. Чтобы можно было с вами потом создать топорик. Привет. Так, если ночью температура упадет или вы промерзнете, вам станет холодно. Выносливость будет восстанавливаться медленнее. В таких случаях всего лучше найти укрытие и укрыться у огня. Угу, хорошо. Это мы с вами по-любому сделаем. Так, давайте поищем деревья и сходим к алтарю. Так, алтарь у нас находится вон там, по мини-карте, вижу. Давайте туда сбегаем. Как раз сейчас тут поищем грибочки. О, грибочки нам нужны будут. Все, бон аппетит, кстати, всем, кто кушает. Всем бон аппетит. Вот и деревья. Так, дай цветочек. Я знаю, что вам, возможно, ничего сейчас и не видно, но сори. Кажется, сори, тут по-другому светлее никак не сделаю. Стой. Стой, Пумба. Ну, стой. Ауэмбауэй. Ну, иди сюда. Иди. Сейчас, погоди. Ну, стой. Ну, как хочешь. Так, вот алтарь жертвоприношения. Правильно? Пожертвовать предметы. Угу. Привет. Ах ты, падла. Так, призыв зверя. Вы нашли место призыва одного из павших. Сделайте правильное подношение алтарю, и павшие появятся. Однако, будьте осторожны, павших не так легко одолеть. Ах ты, падла. Так, не так легко одолеть, чтобы нужна броня, оружие и... Ага, хорошо. Ладно, давайте дальше смотреть. Так, у нас с вами появилась дубина. Так, дубина нам пока мест не надо. Я хочу... Что я хочу? Иди сюда, что ты хочешь от меня? Лакомый кусочек, вы нашли чем перекусить. Поешьте скорее, чтобы улучшить свое здоровье и выносливость. Помните, что вскоре вы снова проголодаетесь. Да это понятно, да. Так, теперь мне нужны камни, палки. И хочу найти одного оленя, попробовать
Попробовать кое-что одну штуку, которую мне посоветовали. Так, проверьте свой инвентарь. Большинство предметов необходимо создавать, так как вы только недавно покинули. Да, это я знаю, это я понял. Спасибо. О, молот. Молот, хорошо. Два камушка мне надо. Два камушка, два камушка. Так, погодите с камнями, погодите с камнями. Так, еда у нас есть? Да, еда у нас есть с вами. Так, ах ты падла, не ста. Так, я еще не в курсе, что это за монстры и что с них выпадает. Смола. Наверное, и смолы мы тоже с вами что-то сможем делать. Но на данный момент я хочу найти одного оленя. Так, ребят, как вам будет удобнее смотреть? Вот так? Или когда я отдалел? Так что, как говорится, напишите, как лучше. Когда вот так перс бегает или когда подальше. О, здорово, Бэмби. Бэмби, стой, 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 стой. Ну, я на секунду, пожалуйста. Ну все, ну остановись. Ну, дядя шутит, все хорошо. Просто мне сказали, что если сейчас завалить оленя, то его можно принести будет на алтарь. Ну, давай, догори. Блин, гребаная выносливость. Ну стой, ну пожалуйста. Кабан, отстань. Почти. Стой, стой, еще чуть-чуть. Ну все. Ах ты, падла. Да отстань ты от меня. Беги, 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 беги. А я ничего не, да, не могу создать? Могу. Все, создаем, создаем, создаем. Все, хорошо. А дай мне, пожалуйста, дай мне, пожалуйста, дай мне, пожалуйста. А, ну шо? Ну шо, Пумба? Давай, иди сюда. ПВП или зассал? Блин, а у меня очень мало здоровья. А как бы мне его восстановить бы? Понятно, что надо кушать, но они не хотят кушать грибочки. То есть мой перс не хочет кушать грибочки. Ладно, надеюсь, наше здоровье восстанавливается. Так, мне нужно найти оленя. Я хочу это проверить, если это реально так. То мы с вами, как говорится, нажмем на маленькую паузу. Я подбегаю, подлутаюсь. Ну, чтобы вы этого не смотрели, не ждали. И тогда начну запись, когда уже начнем строить домики, оружие, капканы и так далее. Так что, сейчас нужен олень. Только где мне его теперь искать, я без понятия. Так, мы можем создать молоток. Можем, создаем молоток. Все. Костер, хорошо. Так, верстак, костер. Окей, только как? Наверное, надо взять в руки молоток, да? Да, вот. Ремесло. Так, стойка для готовки, верстак, строительство, ага, мебель. Окей. Хорошо, мы с этим с вами разберемся. Только я хочу сначала сейчас найти оленя. Привет. Как твои дела? А ты можешь ближе подойти? Так, что ты хочешь? Вы создали молот. С помощью этого инструмента вы сможете возводить надежное помещение и высокие укрытия.
Начните строительство с верстака. Окей. Начну по-любому. По-любому начну. Только для начала мы с вами поймаем. Ага. Ага, ну тоже. Для начала мы с вами поймаем оленя. Судя по тому, что я не могу ее уже 20 минут поймать, то походу я олень. Говорится, жалко себя нельзя самого в капкан отправить. О! Стой! Стой, Бэмби! Стой, Бэмби, стой! Во, шикарно. Ну? Все, мы все с вами собрали. Так, шкура оленя. Вот, голова оленя. Мне говорят, что нужно его поставить вот так сюда, на троечку. Подойти к алтарю. И мы тогда сможем, как говорится, выполнить эту миссию, чтобы призвать монстра, чтобы с ним сражаться. Бонжур. Ну, ты догоришь или нет? Как говорится, всем защитникам животных попрошу закрыть этот видосик. Так, ладно, побежали. Побежали, мы с вами недалеко. Используй трофей линия с чем? Ага, понял. Просто так его нельзя взять в руки. А использовать его. Ага. Использовать его вот тут нужно, походу. Так, а ну нажмем троечку. Ля ты крыса, слышь? Пумба. Хорошо, а давайте попробуем тогда. Что мы тогда попробуем? Типа один из двух мало, да? Ладно, ладно. Тогда давайте, знаете, как ребятки мои. Как сделать? Ловите его. Сородичей. Кого сородичей? А, ловите сородичей. Вот, понял. Ловим сородичей. Чем больше оленев, тем лучше. Правильно? Я так понимаю, один из восьми. Нам нужно 8 штучек. А потом мы призовем. Хорошо. Давайте это, значит, тогда как сделаем. Я сейчас нажму на паузу. Насобираю деревья, насобираю камушек. Построю нам маленький домик. И когда начну строительство уже. Так, что у нас тут по строительству? Дай мне. Когда мы построим верстак с вами, будем ставить верстак, я подключусь. Так, ребят, пособирали мы с вами немножечко ресурсов. Так что можем отстраивать свой домик. Да, как некоторые смогут заметить, я уже нахожусь на другой локации. Да и в принципе это, как говорится, уже другая игра. Ту мне пришлось удалить и запустить заново. Объясню, из-за чего я как бы побежал лутаться, потом взял две или три головы оленя, подошел к этому пьедесталу, где нужно было вызывать первого босса. И получилось так, что как бы я не вытащил этого оленя, а даже если ты перезагружайся, то олень не исчезнет. Его нужно по-любому валить. Но увы, у нас с вами тогда не было ни лука, ничего. Так что давайте сейчас построим домик. В прошлый раз оно находилось от нас вот тут справа. Сейчас оно сверху тут. Так что да. Построим домик и будем исследовать наш мир. Вот наш мир какой. Огромный. Ну что, давайте заниматься строительством. Нам по-любому нужно будет сейчас с вами поставить кроватку, поставить огонь.
и поставить пару ящичков, потому что у меня уже нету где места для хранения. И тогда можно будет заниматься созданием, не знаю, там, лука, меча. Меча, да. Заниматься луком меча. Меча. И делать всякие полезные штуки. Так, строительство. Давайте, наверное, начнем со стенок. Я немножко дерева себе налутал перед этим, как начать записывать. Так что давайте. Давайте. Не знаю, правильно я ставлю стенки, либо нет. Ну, по идее, правильно. Так, у нас здесь будет с вами стоять дверка. Где дверка? Вот дверка. Так, я хочу, чтобы у нас открывались двери вовнутрь. Во, отлично. Двери вовнутрь есть. Хорошо. Давайте дальше продолжать. Так. Раз. Так, из-за чего нам нужен дом? Из-за того, чтобы построить кровать. А кровать без крыши над головой, ну, то есть реально конкретная крыша, нам крыша понадобится, не построится. Да плюс нужно будет здесь поставить костер рядом возле домика, из-за того, что мы не сможем спать, потому что типа далеко ковер. Давайте, значит, тут разрушим. Позапираем все остатки, что у нас есть. Так, что по поводу древесины? Нам же, по идее, должно хватить, правильно? Или нет, или все исчезло? Или все исчезло? Сейчас посмотрим. Так, давай-ка сюда сначала костер. Костер поставим где-то тут. Потом сюда для готовки еды. В любом случае, лупением. Так, есть у нас сырая пища? По-моему, есть. Так, а ну. Да, по поводу готовки. Как понять, что еда готова? Вот положили вы мясо. Если вы далеко куда-то убежите, оно сгорит. Нужно дождаться будет вот сейчас этого момента. Сейчас вы услышите. Раз, два. Все, мясо готово. Если вы убежите, как я тогда убежал, вы просто спалите себе еду. И будете кушать угли. Так что, надеюсь, я кому-то с этим, как говорится, помог. Так, крыша. Давай ставим крышу. Почему я решил тут строиться? Из-за того, что здесь, ну, красота какая. Смотрите, тут и река есть. Рыбку можно добывать и близко к нашему этому, как его жертвоприношение, чтобы вызвать нашего первого босса оленя. Так что, будем пока мест тут жить. Но еще будем строить дома, когда мы будем изучать наш мир, будем еще бегать строить дома. Так, давай-ка ты вот сюда. Так, а ты можешь закрыть дверку? А сюда крыша не ставится? Серьезно? Печалька. Ладно. Ладно, пока мисс хотя бы пусть так будет. Хотя бы пусть будет. Так, а можно мне как-то сюда впендюрить эту крышу или нельзя? Во, но. Ты что, не достаешь? Почему? А ты? А ты, по идее, должен доставать. Во, есть. Раз. Два. Все, теперь мы здесь можем ставить кровать спокойно, не переживая о том, что нам понадобится костер там еще. Что-нибудь. А у нас с вами нету только самое печальное, что у нас с вами нету здесь окон. И окна мы здесь с вами не сможем построить, да? Либо в дальнейшем они будут.
Так, что это такое? Не, некрасиво. Ну, допустим, да? Допустим, сейчас посмотрим. Ну, допустим. Так, ладно, я художник, я так вижу. Так что давайте дальше продолжать. Только для начала давайте создадим еще один молоточек. Потому что не уверен, что нам хватит всего. И давайте смотреть дальше. Так, мебель, кровать. Давайте смотреть, куда мы поставим с вами кровать. Кровать, наверное, мы поставим куда-то с вами... Вот сюда. Давайте теперь смотреть на стол. Стол для ремонта. Сюда. И давайте проверим, сможем ли мы с вами чинить. Во, лук. Лук создать мы можем, да? Деревянный щит. Угу. Холодная туника, холодные штаны. Так, а для лука что нам нужно? Кожаные обрывки, 8 штук. Давайте посмотрим. Ага, а у нас нету, да, по-моему? Да, у нас нету. К сожалению. Ладно, потом насобираем. Привет. Так, вы построили верстак. На верстаке вы сможете создавать сложные предметы, а также открывать больше зданий, которые можно построить с помощью молота. А давай посмотрим. Так, мебель, мебель, прочее. Давайте, наверное, шкура оленя у нас есть? Да, есть, все, будет красиво. Давайте сюда шкуру оленя. Вот сюда мы с вами поставим... Как бы его так поставить? Так, раз. Так, молоток сломался. Хорошо, я не знаю, как чинить молоток. Можно ли его тут чинить? Можно ли его тут чинить или нет? Улучшение. Так, каменный топор улучшить. Что нужно? Уровень станка 2. Угу. Ножик есть, да? Зато у нас. Нож, нож, нож. Давайте попробуем создать нож. Все, отлично. Тогда мы эту штуку убираем, нож становим сюда. И давайте. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, на ком бы проверить бы наш ножик. Так, а ну, где тут? Водяные вот эти вот монстры. О, рыба. Самое интересное, здесь рыба сама выпрыгивает на берег. Так, эту постройку строил не я, она здесь уже была. А где наши монстры? Вот наши монстры, да, плавают? Так, а подойди-ка ты сюда. Ну? Ладно. Ладно. Проверим тогда на оленях. Проверим тогда на оленях. Идемте дальше строить. Только давайте, наверное... Я не знаю, как чинить молотки. Я пока мне все эти молотки просто выкидаю в воду. Правильно, неправильно? Там получается мне... Расскажите, если кто играл уже в эту игру, правильно ли я делаю. Так, давайте дальше. Давайте дальше строить. Что я хотел? Что я тут хотел, я уже не помню, если честно. Так, так, так. Давайте, наверное, закроем полностью крышу. Где наша крыша? Где наша крыша? Вот она. Так, давай. Раз. И... Два. Все, здесь тоже поставим такую штуку. Типа для красоты. Это будет сила X. Все. Это чисто сила X. Здесь единственная проблема, то что у нас с вами... Вот такая дыромаха. А что-то сюда не хочется крышу ставить. Что-то не
ходить сюда. Становится крыша. Так, а если сюда повесить? О, хотит. Ля, а чё ж крыса? Игра, ты меня обманываешь. Так, по поводу вот этого пьедестала, я еще не решил, что она здесь будет. Что-то она здесь будет, наверное. Посмотрим. Так, давайте, наверное, ляжем и немножко отдохнем, да? Отдых для уставших. Спите всю ночь напролет в своей кровати и просыпайтесь в бодром состоянии. Хорошо, давайте спать. Точка возрождения установлена. Отлично, все. Крица, всем спокойной ночки. Доброе утро. Доброе утро, да. Крица, доброе утро. Так, утро у нас, конечно, доброе. Давай, наверное, смотрим, сможем ли мы тут с вами поставить. Сможем, да? Да, сможем. Так, используя смола. Все, сможем использовать. А как только их гасить? Нет такой функции? Если такая функция гасить это все. Ладно, давайте смотреть, что нам понадобится. Нет, погоди. Давай, наверное, еще посмотрим, что мы сможем с вами сделать. Прочее. Так, костер есть. Куча камней. А зачем нам камни? Что это будет? Угу. Ворота можем сделать, да, сейчас себе? Мебель. Ты кто? Кровать. Так, давайте, наверное, попробуем... Так, сори, не туда. Давайте попробуем заборчик поставить, посмотреть, как он будет выглядеть. Где оно? Хотя, погоди. Так, ты кто? Колода для рубки. Колода для рубки. И куда? Куда его нужно ставить? Ага, у нас тут два эти, как его. У нас здесь с вами два было, да? Да. Так, а колода для рубки, куда его ставить? Что мне не хватает? Верстак. Но верстак у нас есть. Так, ну допустим, давай сюда. Давай смотреть, что у тебя тут есть. Колода для рубки. И? Или это просто украшение? Сейчас, секунду, меня напрягает этот молоточек. Как чинить, я его не знаю. Так что поступим, как и обычно. Все. До побачення. Так, что у нас еще с вами есть, кроме колод для рубки? Так, дубильный станок. 15 камней, 20 этого. 5 шкур оленя. Ага, а дубильный станок, наверное, мы тоже, да, с вами сможем... Поставить где-то... А ты запрыгнуть? Не, не хочешь? Ладно, не хочешь. Давайте тогда лесенку сюда поставим. Можно мне сюда лесенку поставить или нет? Так, игра. Дай мне возможность поставить лесенку, пожалуйста. Ну? Ну давай, ты чего? А как тут поднимать, выше, ниже или никак? Во. Только мне нужно с этой стороны. Какое же здесь сложное строительство. Все. Отлично.
Тебя тоже, да, сюда, наверное, надо будет вешать. Вешать, ставить. Да, хорошо. Давайте тогда бежать сюда. И посмотрим, что нам нужно для создания... Для создания лука. Так, ты кто? Кожаные обрывки. Угу, 8 штучек. Хорошо. Кожаный шлем даже можем создать. Нож у нас есть. Стрела тоже. Ага, холодные штаны. Блин, нам штаны бы создать бы, да, с вами? Потому что бегаем. Ладно, давайте тогда сложим сюда рыбку. Рыбка нам пока не нужна. Это разновидность рыбки или что? Ну ладно. Так, это мы кушаем. Это мы тоже кушаем. Это готовая, хорошо, готовая еда на здесь. Так, одуванчик сюда. Стрелы, перья, это тоже. Семена. Камень. Ну, камень пусть будет, наверное. И обычный камень. Тоже, наверное, сюда. Так, топор пусть будет, молоток пусть будет. Хотя не. Хотя да. Зачем нам камень тут нужен? Так, все. Пойдемте посмотрим, где у нас тут есть олени, которых мы сможем с вами добыть. И сделать с вами лук. Параллельно будем собирать камушки. Блин, ну красивое место. Реально красивое место выбрал. Солнечное, классненькое. Так, давайте смотреть, где олени. Я не помню, можно ли было там создавать этот... не топорик, а чтобы добывать себе камни и руду из этих камней. Так, привет. А, это камень. Понял. Давайте искать живность. Наверное, сделаем лук. И там дальше уже будем думать, чем мы будем с вами заниматься. Либо исследовать полностью наш мир, либо я выкачаю лук, создам его. Потренируюсь, завалю первого босса. Ну, буду показывать, как я буду заваливать босса. Подготовлюсь. И тогда будем исследовать мир. Потому что без первого босса нам нету смысла вообще куда-то выдвигаться. Так, сейчас мы малинку пособираем. Так, как кушать хочется всегда. Отлично. Так, олень, привет. Так, давайте на картах попробуем к нему подойти. Блин. О, хорошо. Так, одна шкура с вами есть. Сколько дается обрывков? Обрывки. Так, это шкура. Шкура оленя. А обрывки? Или это и есть обрывки? О, бонжур. Бонжур. Так, убивая этих челиков, мы получаем с вами смолу. Смола нам нужна для факелов. И для огненных стрел. Так, давайте смотреть. Я взял одного оленя. Хорошо. Так, сторожевая вышка, да? Интересно, кто ж тебя построил? Ага, здесь лука можно охотиться. Ну, это мы с вами устроим. Так, давайте домой. Сейчас только камушки пособираем. Потому что с деревом у нас-то проблем нету.
А вот с камнями такое себе, скажем так. Да, в любом случае, поначалу вам лучше бегать. Чем больше вы бегаете, тем больше вы прокачиваете своего перса. Прокачка у нас идет вот. То есть бег у меня на 13, рука деревьев на 18, все остальное у меня очень-очень все печально. Да, и защиту. Защиту на правую кнопку мыши зажимаешь. У тебя есть защита, ее тоже как бы тренировать надо. Потому что мы таким образом хочу... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Котика болит, у собачки болит, у тебя не болит. Все, молодец. Потому что благодаря защите хочу победить монстра. Так, давай смотреть. Лук 8. У нас с вами вообще нету, да, его? Я так понимаю. Так, это очищена шкура оленя. Да, а нам нужны обрывки. Или нет? Или что это? Блин, если показывал бы еще, сколько не хватает. Если бы еще показывал, сколько не хватает. Угу. Что мы еще можем тут создать? Улучшение. Так, каменный топор. Для рубки дерева. Каменный топор, каменный топор. Хорошо. Знаете, ребята, что я предлагаю? Давайте, наверное, я на этом серию, в принципе, и закончу. Он будет такая маленькая, вступительная. Мне, честно говоря, главное ваше мнение. Как вам игруля? Мир здесь огромный, как вы видите. Мир здесь огромный. А мы здесь находимся только вот. Маленький клочок земли мы открыли. А здесь можно исследовать, я так понимаю, и все. Да плюс, когда я вызову... Сейчас покажу, где он тут находится. Так, ягодки. Вызову когда нашего первого босса, вот, оленя. И мы его с вами луцкнем. То побежим дальше исследовать полностью весь наш мир. Так что да, давайте, наверное, эту серию и закончим. В следующей уже у меня будет лук, я надеюсь, более-менее нормальная броня, и попробуем с вами вызвать нашего первого босса. Просто, когда я его вызову, отменить я его не смогу. Мне придется, говорится, с ним сражаться до последнего. Так что все. Спасибо, кто посмотрел до этого момента. Надеюсь, есть такие. Не забывайте про лайкосики, комментарии и подписку. И до потом. Все, зайчики, пока-пока.